1 октября по всей стране началась осенняя призывная кампания. В Десногорске она проходит без каких-либо проблем и нарушений. Наш город по плану должен отправить на службу 10 человек, и он будет выполнен в полном объеме. На медицинские и призывные комиссии подлежат вызову 89 человек. Вынесены решения по 53 из них. 12 новобранцев призваны на военную службу. Четверо уже отправились в ряды вооруженных сил. Призывная комиссия старается учитывать пожелания срочников о месте прохождения службы и о роде войск. Как правило, это военно-морской флот, ракетные или космические войска, президентский, преображенский и семеновский полки. Но, к сожалению, не всегда это получается. Очень много желающих военно-морской флот. У нас очень много ребят служило в городе Калининграде. Спецназ ГРУ, город Солнечногорск, Московская область. Воздушно-десантные войска. К сожалению, на данный момент не все соответствуют требованиям по состоянию здоровья. Также десногорские ребята с удовольствием идут и на службу по контракту. Сделать это можно как после срочной службы, так и вместо нее. Если у призывника есть высшее или среднее профессиональное образование, то он имеет право выбрать контракт. Единственное, что отслужить придется 2 года вместо одного. Конечно, не обходится и без освобождений и отсрочек по состоянию здоровья. Таких в этом году 16 ребят. 2 получили отсрочку и 14 полностью освобождены от призыва. Еще 25 получили отсрочку для получения высшего образования. Также ежегодно в военкомате города проводится отбор кандидатов для поступления в военные образовательные организации. В этом году стать офицерами изъявили желание 5 человек. У нас есть определенный перечень высших образовательных военных организаций. Ребята приходят, ознакомливаются с перечнем и определяются, выбирают интересующий вуз, специальность. Помимо этого, проводится отбор на обучение по военно-учетным специальностям в Росульской автошколе ДСААФ. Получить категорию С в этом году захотели 5 десногорцев. Всю интересующую информацию можно получить в Десногорском военном комиссариате в кабинете номер 5. Светлана Разганова, Юлия Соболева, Александр Ерофеев, Десна ТВ.